вам представить новый совместный видеопроект Всероссийской сети Билетур и сайта путешественников по планете.ру. Набережная Вайтань – это место встречи прошлого, настоящего и будущего Шанхая. Рядышка там, а те марочка там стоит, что-то попросить, вот так я рад. Да. Называется марочка покастого. Он покатый мальчик. Мальчик, да? Да, очень покатый мальчик, короче, да. Повезло мальчику. Да. Сегодня мы отправились на окраину города, в местечко под названием, выговорить бы, Джудзядзяо, известное как Шанхайская Венеция. Ну что, пойдем посмотрим? То есть либо ты один там садишься за 80 юаней, либо там 6 человек скидываются, да, и там 80 юаней. У нас национальная еда, и китайцы у меня с неособенностью. Обратите внимание, сколько вокруг меня собралось китайцев. Всем же интересно. Лавай ест орех, да? Шанхай нередко называют Парижем Востока. Здесь даже есть свой уголок Парижа, так называемый французский квартал. В уличных кафе и ресторанчиках в французском квартале практически нет свободных мест. Сюда стекается офисный планктон, европейцы, живущие в Шанхае, и многочисленные туристы. По задумке архитекторов, жемчужина Востока состоит из 15 сфер разного размера на разной высоте, что символизирует большие и маленькие жемчужины. Страшно! Главная улица Диснейленда – Микки Авеню. Планете путешествуйте с билетом.